Кинопоказ фильма из семейного проекта Камоловых «Планета жизни и любви» состоялся в знаменательную в православном мире неделю – Рождества Пресвятой Богородицы. Быть может, поэтому атмосфера на творческом вечере в этот раз царила какая-то особенная. В воздухе словно витали добро, свет, радость и дружелюбие. Каждый раз, когда мы встречаемся, и потом я смотрю ваши лица, благородные, торжественные, и очень нам от этого приятно. Ваше состояние душевное замечательное. На кинопоказе полный зал творческой интеллигенции нашего района. Это близкие и друзья, с которыми на протяжении всей жизни перекликалась судьба Светланы Георгиевны. И каждый, помимо букета цветов, преподносит ей слова благодарности и признательности. Здесь собрались патриоты Одинцовского района. Это люди, которые делали его в самые тяжелые годы, которые даже и не снились. Годы дефицита, годы талонов. И вот эти люди пронесли через свою работу и через свою жизнь человека. Человеческое нутро. И вот за это, я думаю, что все здесь присутствующие Светлане Георгиевне очень-очень благодарны. Впервые для своего близкого круга людей Камоловы показали свою домашнюю киноленту из цикла «Планета жизни и любви» в 2008 году. Сейчас состоялся просмотр 11-го фильма под названием «Еще один куплет нам вместе нужно спеть». Это не просто совместный просмотр доброго и душевного кино. Для многих это настоящая и фундаментальная традиция. Те фильмы, которые показывают по телевидению, они не те показывают. Надо рекламировать семью, надо рекламировать любовь, надо рекламировать Светлану Георгиевну, Георгия Георгиевича, показывать, как надо любить. Как надо любить семью, как надо любить детей, как надо любить свою малую родину. И тогда все в порядке будет в нашей России. Из 50 лет своей трудовой деятельности 35 Светлана Георгиевна проработала в администрации Одинцовского района. Она достигла таких званий, как кавалер ордена почета и заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства. Но по своей природной интеллигентной скромности Светлана Георгиевна никогда не выпячивает свои награды. Все за нее говорят друзья. Колоссальный человек. Просто вот это такой ангельский человек. И посмотрите, сколько у нее народу. Ведь сколько лет уже она уже отдыхает у нас, но мы же не можем, чтобы мы ее ни один год не поздравить. Она и служитель МУС, и человек, в общем, с большой буквы. К людям всегда относится внимательно, вот сколько я знаю ее. К совместному творчеству родителей в семье относятся лишь только положительно. Это творчество, мы очень трепетно к этому относимся, очень радуемся за них. Они всегда переживают, готовятся для них это событие. И мне кажется, после такой насыщенной трудом, с подвижничеством жизни, такой праздник, который они себе устраивают, и мы всячески помогаем в этом, это правильно. На приглашении на кинопоказ написано «Лучший семейный проект России и заключительный фильм». Если с первым утверждением можно вполне согласиться, то со вторым ни в коем случае. Ведь все ждут продолжения от семьи Камоловых этого долгоиграющего проекта. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».